Всем привет! Сейчас я расскажу, как пройти задание Fortnite второй недели сезона восстания. Найдите пропавшие чертежи боевого автобуса. И первый его этап – наладьте связь с устройством возле Коварного каньона, Пломбирного перекрестка или Дели Бьюгл. Погнали, выполним! Наши инженеры собирались доработать боевые автобусы, но по пути на них напали, и чертежи разлетелись по всему району. Найди чертежи, пока это не сделал Орден Петли. Далее вам необходимо найти один чертеж. Место расположения его отмечено на карте. Конечно, новыми боевыми автобусами войну не выиграть. Но как же они хороши. После чего вам откроется следующее сюжетное задание.